МП Комбат 4. Карта известная, загружается сам уже, конечно, сидят. Док Сэвидж, Инсу, какой-то неизвестный чувак. Да играть только. Громождение мощное. Двигаемся аккуратно. С правой стороны. Жалко, что они первые сейчас, конечно, только чудо вывести вперед. Куда обстреливают, непонятно. Я уже за это время много набито на рачку. Какие мощные из камней. Каньоны.
стоит. Даже за этот короткий срок я уже дохуя очков набил. Как-то тут надо поверх куда-то залезать как-то. Остается две кафешки. Прыгаем с камней вниз. Да, сейчас главное захватить деревню, там недалеко до конца. Закрепились.
еще двое, блин, бегут. Я классно все вообще зачистил. Снайпер, блядь. I'm here. Быстрее брать. Блять, снайпер. Все, надо бежать опять. Там надо бы броневики взять. Блять, не дали. Контратака. Вот такие атака. Снайпер пидорас не дал пророк, что-то подранил мне здорово. Не знаю, удар сейчас. Все. Блять, еще долбай. Вон, блядь, как со скалы стреляет. Рамирес. Хрена не поймешь. Так, хорошо. Это была контратака, похоже. Так, сгоревший. А где снайпер? Вот снайпер. Все, готов. Блять, еще один был. Тот пидорас все-таки захватил. Захватить смог броневик. Так. Броневик теперь. Он местный. Да блять, снайпер. Нет.
Так, продвигаемся дальше. Ой, там до хрена. Блин. Я не могу в них прицелиться. Интересно, в базе никого нет. Блять, этот пидорас мою броневик сел. Последняя точка. Сука, блять, пизда. Нахуй он ко мне сел-то? Так, бежать. Поехали.
край карты ушел. Сняла. Да, ну что делать? Давай снова вертолет берем. Лень уже там бегать. Так, где вертолет, нихера не поймешь. Тоже здесь оказался. Вертушки.
самой земли. Обратно пройдем. Давай берем КПшку. Все, КПшка взята. Ну да, КПшка взята. Не понять, что тут дальше. А, вертолет надо. Так, ну все, конец игры. Посмотрим, сколько тут всего осталось. Так, 1867 у Ринсу, 288 фрагов. Я набрал 751, 112 фрагов, конечно, мне не догнать было. Солдера фармер. 354 и 48. Вот такая игра. Закончена.